так получилось, что этот интенсив для нашей группы, ну так, тема этого интенсива для нашей группы – это спонтанность. И во время нашей группы, во время нашей работы родилось немало забавных фраз, таких как «мой папа офигенчик» или «человек, который мужчина». Вот. Но самое главное то, что за что лично я рад, и за то, что как-то группа присоединяется к этому, то, что во время нашей работы появилась такая очень красивая телесная метафора о том, что спонтанность чем-то напоминает там. И прошу. Все это репетировали 3 минуты на втором этаже. Так что все очень спокойно.